Сегодня давай пельмешек, наверное, поджарим, да? Давай сливочное масло растопим, 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 растопим. Ну и теперь давай пельмешки, наверное, да? Закидываем. Законно непослушным гражданином, то есть нарушителем закона, то есть против тебя могут ввести какие-то ограничения, то есть ты не сможешь продавать недвижимость, у которых есть много детей, вот практически всем, либо просто военнообязанным здесь. Сначала с одной стороны, наверное, да, прожарим. Ну или другая основная масса людей, они, ну, а потом придут, перевернем, потом, наверное, водички дольем. Явится, как закон. Но все-таки запах сливочного масла, как пельмени, он, наверное, максимально самый вкусный. Я уже есть их хочу без всякого заливания. Все подрумянили по максимуму. Водички. Готовы. Вот так вот еще туда надо сделать, да? И майонез, наверное. А лучше не майонез, а томатного сока. Да, вот это будет вкусно. Я уже что-то наподобие делал, суп, по-моему, такой. Но это будет вкусно. Обязательно приправки чуть-чуть. И еще сока надо побольше. Надо куда-то сок делать. Я понабрал, помню, сока томатного. Все, а теперь протушить надо это все. И будет очень мощный, вкусный ням-ням. Здорово, подписота, 7 мая, воскресенье. Хотел сказать, день рождения у меня нет. Пельмени тушено-жареные в томатном соке с луком, морковью, петрушкой, овоща. Давайте жрать, это завтрак такой, пельменный завтрак. Конечно же, соуса, мой любимый майонез. Что за жизнь без майонеза? Также можно и сырный соус, вот так вот, обильно. Хлеба нету. Может быть, опять стоит не покупать хлеб, опять сколько? Ну, два дня я протяну без хлеба. Ну, с майонезом всегда вкуснее. Но, а ты знаешь, что сырный соус плохо? Нет. Сырный соус максимально сочетается с картофелем. Либо фри там. Я вообще люблю просто даже жареный картох его. Ну, единственное, если жареный картоха без мяса. Ну, конечно, майонез это топ. Что за жизнь без майонеза? А? Дымим, парим, пар. Ну что значит, любитель пельменей, уже не знаешь, как поизвращаться, чтобы пельмешки употребить. Дымим. Такая вот, просто пельмень, да? Как-то просто, а тут
Овощная смесь целая. Я что-то такое подобное делал, знаете, когда суп был у меня с пельменью. Да. На основном, когда назвал суп из пельменю. Ну, там тоже что-то подобное было. Думаю, а где мой хлеб? А хлеба же нет, да? Такое ощущение, что я ем какой-то праздничный этот блюдо праздничное. Серьезно. Вот такие ощущения. Офигеть. Вкусненько. Вкусненько. Понятно, что это уже не жареные пельмени. А. У меня что-то это, по ходу пьесы меняется блюдо. Я раз хотел жареное, потом до меня доходит, что оно будет сухое, ну, надо же его протушивать. Я говорю, а просто протушивать надо же вроде бы там сыром со сметаной. Говорю, сыра нету. Что, магазин за сыром? Вот такие по ходу пьесы меняются блюда. В результате вспомнил, что у меня сок есть томатный. Наконец-то последний литр достал. Там набрал литра 4 или 5. Типа делать кровавую Мэри пить, помните? Ну что, раз попил, все, больше не надо. Тиктокер, пока. Мы так много. 6 минут, блядь. В тик-так 10-минутную можно заливать, ну, пиздец. Но они не смотрят нихуя так, так долго. Им нахуй не надо. Там максимум минуту полтора смотрит. Единственное исключение, что смотрит долго. Вот только если, как я делал, типа челленджи, долго ем какую-то пищу, там, например, там 2 литра борща, вот это смотрит долго. Обычно видео им не интересно. Нужна только какая-нибудь выжимка. Котлеточка по-гейтски течет. О, вот это вот смотрит. Это для них. Да. Начинается вот это обсуждение. По-киевски, чья она. Ну, вот эти вот. Тема там национальная. И чем больше обсуждать, тем больше набирать. Всем пока.